Она сидела напротив, за столиком у окна. Она пила свой кофе, она пила свой кофе одна. Ты поймал ее взгляд, и там была эта острая грань. Вроде бы королева, а вроде бы обычная дрянь. Ты можешь допить свой чай и уйти, ничего не сказав. Ты никогда не знаешь, ты был прав или не прав. Ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. Так ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. Сказал я здесь, чтоб согреться, и мне уже горячо. А потом была эта ночь, еще одна, еще. В ней столько света, Боже, столько же, сколько дерьма. В ней есть то, что таких, как ты, просто сводит с ума. Ты можешь сказать себе, я стар для подобных забав. Но так ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. We start with a quick fast pauses to get the artist to give us some expression and then we move to slower pace, half an hour, 20 minutes. And everybody screaming for longer time, so they can do what they've been doing best. Тебе мой совет, не ищи здесь чудо, чуда здесь нет. Женщина устроена много проще, им нравится то, что твердо на ощупь. Ты дал слабину, ты включил фантазию, ты расслабился до безобразия. С ее стороны это просто маркетинг, так она повышает свой рейтинг. Сперва была страсть, потом была боль, потом пустота. Потом ты учился красить реальность в любые цвета. Потом ты понял, она это то, что ты чувствуешь к ней. Но если ты счастлив, ты не можешь быть счастлив сильней. И ты закончил роман, не дочитав пару глав. Ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. Ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. Теперь ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. Ты никогда не узнаешь, ты был прав или не прав. И пусть ты никогда не узнаешь, ты был прав. Будет мне
чем не пожалею. Острова плывут корабли, облака плывут корабли. But the question is the concept of giving the artist the opportunity to perform in a nice atmosphere without you have to pay this and you have to pay that and give us your ID card and all those kind of things. A lot of restriction. And always the artist, in my opinion, is in the never in the receiving end. Always have to pay to perform. Никогда ни о чем не пожалею. Острова плывут кораблик, облака плывут кораблик. Все вокруг плывет кораблик, только мы стоим. Нам с тобой давно пора бы, все давно забыть пора бы. Нам все давно забыть пора бы. Well, I think it's very personal, for one thing, and it's different for every individual and what they feel when they do art. I do think it's very important to be part of a community, part of an artist community, because if you can't interact with other artists, then you're just sort of in your own thoughts, and that's it. And I think it's important for artists to share ideas, talk about art, take classes. Critiques are very important. If you don't have feedback from your art, then you're only seeing your own point of view. Наверное, ты уже не тот, что был. Наверное, ты куда-то не туда уплыл. Наверное, кто-то просто пошутил. Но в чем же тут юмор? Твоя нога не оставляет след. Сквозь дыры в небе на тебя струится свет. Ты видишь даже то, чего здесь нет. Наверное, ты